Будущий космоград – находка для туристов всего мира и хорошая возможность еще раз заявить о Самаре как о космической столице России. Парк «Космоград» должен объединить существующую инфраструктуру – музей «Самара космическая», музей заводов Самарского университета имени Королева и новые перспективные проекты – парк науки и культуры «Союз», ботанический сад и парк, планируемый возле стадиона «Самара-арена». Все это создаст уникальную туристическую инфраструктуру. Необходимо уже в Самаре иметь определенную инфраструктуру, которая бы привлекала внимание к Самаре, к нашему региону, большие туристические потоки для того, чтобы опять же загружать инфраструктуру, созданную до чемпионата мира. И по сути этот проект у нас является продолжением реализации или новым этапом реализации социально-экономической стратегии развития Самарской области. Инициаторы проекта «Космоград» надеются, что этот парк станет не только местом притяжения туристов, но и будет мотивировать молодых людей учиться и работать именно в космической отрасли. Создание такого парка аэрокосмического, тем более в Самаре, в центре, не то что пилотируемой космонавтики, а в центре, можно сказать, мировой космонавтики, это очень хорошая идея, потому что наша отрасль нуждается в притоке свежих, умных, молодых, грамотных людей. Проект «Космоград» будет реализован только если получит активную поддержку жителей области. Принять участие в развитии и продвижении проекта может любой желающий. Уже разработан специальный сайт «Космоград.РФ», где есть возможность проголосовать за уже опубликованные идеи и предложить свои. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.